Добрий вечір, шановні друзі. В історії радянського футболу було дуже небагато гравців, які вміли на полі все, яких справді можна назвати великими. Сьогодні у нас в гостях великий півзахисник Київського «Динамо» і збірної Радянського Союзу, неперевершений Володимир Мунтян. Володимир Федорович, добрий вечір. Добрий вечір. Спасибо, что вы сегодня к нам пришли. Я очень рад вас видеть. Спасибо. Я с детства испытывал к вам пиетет, как и миллионы других болельщиков Советского Союза, Украины, которые восхищались вашим талантом, которые видели вас на поле. Скажите, вы действительно умели в футболе все? Не знаю, это сложно сказать. Может быть, не хватало, как мне кажется. Ну, сегодня смотришь футбол, да, и думаешь, вот если бы была бы чуть-чуть скорость, быстрее бегал. Хотя с точки зрения вроде моей не так медленно бегали. Если каждого замеряли, у нас 30 метров там тест брали, то тот же Олег Блохин, там 3,8, Онищенко, ну где-то сам 4 вроде так. Вроде немало тоже так результат был. Ну если бы еще добавили сантиметр, может 5. Ну в целом вообще там все или не все, это сложно мне судить. Леонид Буряк говорил мне, что по уровню мастерства, индивидуального мастерства с вами сегодня, да и раньше, мало кто мог сравниться. Он говорил, что вы, например, можете сделать кувырок и отдать тут же, не глядя, передачу на 60 метров, и мяч точно попадет партнеру на грудь. Скажите, это природное, это талант или это приобретенное? Это, наверное, талант все-таки. Не знаю, откуда, как. Скорее всего, родителями все это дано. Ну, а сам по себе, в общем-то, кувырок – это с детства занимался акробатикой, чемпионом города Киева стал, будучи мальчишкой в 9 лет. И это мне действительно помогло, скорее всего, в дальнейшем, особенно, ну, в частности, в футболе. Чем для вас был футбол вообще? С чем ассоциировался футбольный мяч? Что это было? Хобби, увлечение, любовь? Все, вся жизнь. Что заключалось вот для вас в этом? Да, ну, я даже не представляю, как ответить вам, но в то же время, когда мне было 16 лет, я в 9 классе был, а до этого, естественно, мы занимались в детской, каждой же в детско-юношеской школе, и ходили на тренировки, на игры. Естественно, на большой футбол «Динамо», когда я играла. Каждый матч я посещал, даже ездил на Нивки на тренировки смотреть. То есть я не представлял, что можно ли добиться того, чтобы попасть в «Динамо». И когда мне было предложение от тренера «Динамо», то, вы знаете, я даже, казалось, ну, и не поверил, и в то же время, ну, мечта осуществилась. Все. Не надо учиться, не надо... Короче, ничего не надо вроде делать. Вот дальше уже некуда в «Динамо» попасть. В «Динамо»? А там же такие были люди, Господи. Что на них только молиться можно было. И сам, когда мальчишкой попадаешь в эту команду, среди этих всех авторитетов, таких в хорошем смысле слова. Я даже по сегодняшний день не верю в то, что произошло. Вы ведь коренной киевлянин. В киевском «Динамо» за всю историю было очень мало киевлян, правда? Можно назвать. Я единственный не родился в Киеве. А с 47-го года в Киеве, в 46-м родился, в 47-го здесь. Мне 31 год был. Были предложения в Московская «Динамо», там, в «Спартак» меня, в общем-то. Но я не мог представить, что я могу, во-первых, ну, в другую команду уйти. Ну, и, во-вторых, перед болельщиками мне казалось, я не смогу этого. Владимир Федорович, вы застали киевское «Динамо», поиграли в киевском «Динамо», стали даже чемпионом Советского Союза в киевском «Динамо» под руководством Маслова. Была дедовщина в команде тогда? Все-таки были ветераны команды, пришли вы такой маленький, да, молодой. Да, еще какая. А в чем это выражалось? Да не, ну так, в общем-то, может это как-то в шутку, но где-то и, ну, не зря же говорят, в каждой шутке есть доля. И одни говорят шутки, а другие говорят доля правды. Но мне кажется, все-таки это может быть и... Ну что, мячи носили, форму стирали, в чем выражалась дедовщина?
Да не, ну я когда помню, первый раз зашел, там же у нас дублирующий состав какой был сильный. Там, чтобы попасть в этот основной состав дублирующего, не один пуд соли надо было съесть. Ну и в то же время захожу я как-то в автобус, а я настолько растерялся, даже забыл поздороваться. Живые легенды, да, сидят? Один там говорит: о, что это за детский сад пришел? А где здрасте? Ну, я вообще в осадок выпал. Как-то было мне самому неловко. Я поздоровался, здрасте. Так я на первую вообще тренировку, когда мне сказали, я немножко вернусь так, когда мне назначили время, там в 11 часов со стадиона «Динамо» автобус должен отъезжать. На базу. На базу, да. Ну и вот я, естественно, а мне же в школу надо, я же в 9 классе. Значит, я вот тоже собрал, что с собой же, надо взять какие-то вещи на тренировку. Ну, папочку там, которая, сумки, естественно, не было. Папка без замок там поломан, то-то-то. Все, что можно было, что было, положил туда. И в 10:30 я пораньше и стал метров за 10-15, может, 20 там, за деревом. Так. Ну, и стою, жду. Ну, и тут, в общем-то, без 10 подходят дубль, там и Соснихин, и Рудаков, и Медведь Федя, и а тут потом основа идет. Все вместе, вот там Лобановский, Базилевич, Бибасабов. Ой, страшное дело. Ой-ой-ой, думаю, куда же я попал? И 11 там с копейками, и автобус поехал. Без вас? Да я бы не пошел. Правда, это... Автобус поехал, а я по вот этой улице, как она, вот это, со стадиона... Русская аллея. Да. И я вот это... И пошел, иду вниз, и все, думаю. Все, труба. Забудут это. Неделя проходит, две недели. Я... Потом Толя больше с ним, мы в одном районе жили. Встречает меня. Встретились мы как-то. Говорит: слушай, а что ты на тренировки не ходишь? Там спрашивают, где этот малой там, типа, это. Говорит: да так и так получилось. Это. И вот это он мне говорит: а давай тогда приходи. Это. Вот этот момент, действительно, я так переживал, думал, все, у меня не получится ничего. Вы были любимцем киевских болельщиков, и я помню, что когда-то вы сказали, что тот, кто почувствовал, что это такое, когда 100-тысячный стадион ревет «Муня, Муня», тот уже, в общем-то, может сказать, что он, наверное, не зря жил. Это так? Я не знаю, я, по-моему, такого не говорил, но, во всяком случае, ощущение, конечно, приятное, что там говорить. Момент был один такой, когда... Ну, когда играл, все вроде так. Когда публика поддерживает тебя, то ты готов вообще летать. Ну, а потом был период, когда я в запасе сидел. Ну, и сижу я в запасе. Рядом со мной еще ребята сидят. Ну, и публика, там, зрители. Муню на поле, Муню. Сектор там один, это... А эти говорят: слушай, как они за тебя болеют? Я говорю: тьфу ты, елки. Ну, если бы ты каждому по трешке дал бы, и за тебя бы ты. Громкие победы были связаны с именем Маслова, безусловно. Были победы и с именем Севидова связаны. Но я думаю, что наибольшего расцвета киевская «Динамо» добилась при Валерии Васильевиче Лобановском и Олеге Петровиче Базилевиче, когда они пришли в 73-м году, в конце 73-го года. Скажите, вы помните это время? Помните, как изменились нагрузки? Помните свои личные ощущения по этому поводу? Что касается этого периода, 73-й, вот конец, как раз там, по-моему, сентябрь или октябрь где-то был, и во Львов приехал Валерий Васильевич, его представили нам. Ну, он так не сразу не вошел в команду, а так... Поездил немножко. Да, да, присматривался и... Затем, в общем-то, уже конец, как раз конец сезона шел. И уже с нового, как бы, 74-го года уже наша работа пошла полным. Ну, вы же вместе играли одно время, правда? При Маслове. Был период.
Был период такой, ну, в дублирующем составе, когда с ничьей боку, даже пенальти мне Валерий Васильевич подходит, мяч берет, говорит: «Володя, набей». А я так смотрю на него, он же... Я говорю: «Да не, Васильевич, вы в это». «Не-не, давай бей». Я бью, Серега Крамаренко в воротах стоял и в штану попадаю. Ёлки-палки. Ну, мы, правда, 1-0 вели. И... Ну, это такое дело. То есть, немного игр было сыграно, но, во всяком случае, вместе как-то... И человеческий контакт установился какой-то, да, еще тогда? В общем-то, да. Он как-то раньше ушел из команды, а Олег Петрович еще немножко был. Да, еще... И даже был период, когда с Олегом Петровичем уже под основным составом, я правого полузащитника, он правого нападающего играл, да. Ну, это так, в общем-то. Ну, вот они пришли, конец 73-го года, нагрузки изменились, правда? Да, не то слово. Как вы выдерживали? Многие жалуются на то, что тяжело было. Ругались. Между собой или с тренерами? Да про себя, между собой, там бурчали так, честно говоря. Ну, казалось бы, что нам надо, да? Ну, мы уже там 66-й чемпион, 67-й, 68-й, 69-й должны были, ну, не проиграть Спартаку дома, этот драматичный матч этот. Ну и потом же, уже ж, слава богу, мы участники чемпионата мира, там вроде... Как заслуженные люди. Ну, не что там такое. И вдруг, естественно, начались там... Ну, у нас, конечно, как тренировочный процесс его тогда при Вик Саныче, при Сан Саныче Сиеде, ну, какой-то совсем по-другому был построен, безусловно. То есть его нельзя было назвать. Ну, своего рода система была, своя подготовка, конечно. Обычная наша работа, как вы говорили. И мы фактически делали, ну, одно и то же каждый день. За счет таланта где-то? Подборы игроков, подобрался коллектив такой, в общем-то. И, конечно, только, я думаю, это работало. Тогда вообще, наверное, никаких новых методик не было. Что-то такое, изюминка, занавес, ничего не смотрели, изюминка какая-то. Хотя, в общем-то, если брать период, был до 66-го года, ну, до 64-го, когда Маслов пришел к нам, то мы же и кубок тогда в 64-м, 65-м уже вторыми стали. Союз, да. Да, да, да. И тогда вот это период, 3 года подряд чемпионов, в 69-м. То есть успех налицо был. Тогда попробуем Москву перешагнуть. Конечно. Это просто невозможно. Не представляли, что это можно было. И у нас получилось. И получилось достаточно удачно. И когда Васильевич с Петровичем появились, то вот это имя, вот эта новая методика работы, которая... То есть мы будем говорить, и они в то же время... Они не знали, какой в конечном итоге будет результат, я так понимаю. Это был эксперимент, правда? Безусловно. То есть шли на какой-то риск, и в то же время вот это все, будем говорить, оправдалось, когда мы вот это между собой, там, да зачем нам столько бегать, там, то все, ну, как-то... был период тяжелый. Там я даже... на себе испытывал. У меня вот игровой был вес, по весовым данным, так, когда 67 килограмм, где-то 68, вот так у меня. А потом у меня падает вес 64, 65. Я Васильевичу говорю: «Васильевич, у меня с весом падает вес». У меня игровой вес был 67, 60. А он так, ну, как обычно, он: «Оля, ты не знаешь своего игрового веса». Говорю: «Подождите, ну мы же уже столько раз становились чемпионами Союза». Там то... Вы были лучшим игроком в Союзе. В 69-м, да, признан был лучшим. Ну, да. «Не, это ты, значит, не понимаешь, надо вес».
Ну, так надо, так надо. Ну, а я чувствовал, что у меня... Вот, качает, да? Немножко? Ну, да, силёнок вроде не хватает. И надо к этому весу адаптироваться. Ну, и видите, действительно, как бы там, что мы ни говорили, вот, ребята, каждый по-своему же оценивает, да, с кем вы не встречаетесь. Конечно. Каждый дает свою оценку. На мой взгляд, то, что... Тогда Васильевич и Петрович сделали, это, конечно, новшество, которое по сегодняшний день живет. Я не представляю такого, чтобы столько в Европе, в мире, в самом, будем говорить, ну, научных вроде много групп, там что-то такое придумывают. Ну, наверное, никто еще такого не придумал, наверное, как вот... Васильевич и Петрович. Одним из любимых слов Валерия Васильевича было слово «мотивация». В то время игроки и Киевского «Динамо», и сборной «Союза» зарабатывали по нынешним меркам, да и по тем меркам, если брать Европу, Запад, совершенно смешные деньги. Тем не менее, выходили на поле и были заряжены на успех, на победу, потому что были лидеры, были личности. Скажите, вот вы помните свое состояние вот тогда, когда вы выходили на решающий матч? Ведь не подогревали особенными деньгами. За победу в Еврокубке получили, ну, смешные по тем временам деньги, правда? Вот что это было? Не, ну, нормальные. Для нас были нормальные деньги. Ну, сколько вы тогда заработали за победу в Еврокубке? $600, $700? Ну, насколько я помню, это 500 инвалютных рублей. А сколько в долларах? Ну, где-то 600, что-то. 700 где-то. Да, да, вот так. Ну, во всяком случае, если мы ездили за сборную, или там клубом на какое-то, ну, турне там, турниры какие-то там проводили. И нам платили по 60, по 70 там долларов, да, ну, до $100. То получить, страшные деньги, то да? Получить сразу, извините, 600-700, это казалось тоже баснословные деньги. На хотя, что вы потратили их, вы помните? Ой, лучше не вспоминать. Это, я не знаю, если Женя Рудаков будет видеть эту передачу, то вспоминать это страшно просто. Но, во всяком случае, то, что вот этот момент, когда мы... Мотивация для нас одна была. Как можно думать о деньгах в тот период, когда мы об этом... Мы же вроде неплохо жили. Достаточно были обеспечены. Мы не знали, кто там у них... Бекенбауэр или там Мюллер. И сколько там, они получили? Сколько? Да нас фактически это не интересовало. Мы выходили против них, играли, и нормально вроде играли. Вы были послевоенными детьми, вы вышли из бараков, из лишений, из подвалов. То есть, все равно это как-то футбол открывал другие возможности, правда? Безусловно. Да, ну, о чем речь. Я же говорю, если я в 9 классе, меня с Толей Бышевцом поставили на... Ставку дублирующего состава 110 рублей поделили пополам, по 55 рублей я, будучи мальчишкой, приношу домой эти деньги. Отец 100 рублей получал, я 55. Ну, семье зауважали. Да, ну, поэтому мотивация у нас одна была – выходить и играть. Честно, даже мы тогда один матч, который провели, вот, по-моему, это 74-й год, с «Айнтрахтом». Мы играли и выиграли у них там 3-2, по-моему, да. И тогда мы сидели, у нас совместный такой ужин был после игры, и как-то они напротив сидят, мы тоже так, друг против друга. Ну и разговор там Рабовский, Хильценбайн, все такие чемпионы мира, да. Великие. Сколько они спрашивают, сколько мы за эту игру получили. И как-то такой разговор. Ну а нам заплатили 12 марок. 3 дня мы, вот, ну, суточные нам дали, 12 марок. По 4 ну, марки на день? Да, да. А сколько? А они не поняли, как 12, ну, 12 тысяч? Нет, никак не могли в это поверить. А сколько же вы должны были, если вы выиграли? 70 тысяч каждый. Нормально. Ну, и у нас, в общем-то, такое... Мы жили одной мотивацией – выходить и играть. И для нас вот это... Конечно, как выходить, когда полный стадион зрителями нашими болеют за нас. Разве думал о том, сколько мы получаем, или за игру сколько дадут? Да ну, о чем вы говорите?
Владимир Семенович Высоцкий пел, и недаром клуб «Фиорентино» предлагал миллион за Бышевца. Да. Действительно, клуб «Фиорентино» предлагал миллион за Бышевца, и обращались ли к вам с подобными предложениями в годы «Железного занавеса», импресарио, вот? Были. Я не знаю, насколько за Бышевца предлагали, но во всяком случае возможен вариант такой. Если ко мне где-то мы играли в Греции, по-моему, и подходили, это было мне 21 год был, по-моему, и мне подошли там так в сторону, отвели, со мной ведут переговоры, вы можете остаться там тот. Я говорю, как остаться, где? У вас? Он руководители наши есть, вот с ними ведите разговор. Вот. И так все затихло. Когда в 1975 году вы выиграли командой все, что можно было выиграть тогда в Европе, какое у вас было ощущение? Вы почувствовали себя каким-то уже на вершине где-то славы, то есть что дальше уже фактически в футболе делать нечего? Было такое ощущение? Ну, Дима, это давно было. Чтобы не соврать, ну, наверное, было. Если скажешь, что нет такого, ну, наверное, не да, не поверят. Наверное, было. Гордость была за то, что вы сделали вместе с ребятами? Да еще какая. Да ну вы что, ну, получить заслуженного мастера спорта, тогда, наверное, каждый мечтал вот так в те... Ну, как орден Ленина. Да, да, ну, у вас в спорте это высшее такое это звание. Ну, и, конечно, горды были все, и куда там, ну... Все заслуженные, 12 человек, плюс тренерский состав, заслуженные тренера Союза. Да вы что? В чем выражалась общенародная любовь? Наверняка она была огромной. Ваши товарищи по команде рассказывали, как болельщики поднимали, несли на руках машины, рассказывали, как девушки писали письма, хотели встречаться, как дарили цветы на улицах, как не давали проходу, просили автографы. Что вы запомнили? Какие случаи проявления всенародной любви? Мне кажется, то, что там машины носили или там что-то такое, это все, скорее всего, не так все. Если, на мой взгляд, если народ сочиняет песни, то это, наверное, самое, что ни на есть, главное в том, что ты что-то сделал полезное. Ну, как тогда Бибу и Мунтяна, Саба, Паркуяна ждут, мы дали ждут. То есть уже тогда, вот в те года и потом дальше тоже ж сочиняли. Это, наверное, это остается вот сколько лет прошло еще, и встречаясь я там с болезнью, и они вспоминают вот эти даже четверостища там. Это ж, наверное, все-таки здорово. После 1975 года наступил очень тяжелый период для киевского «Динамо», для игроков, когда вдруг все посыпалось, когда ушла игра, когда, как говорят многие ваши коллеги, товарищи по команде, не хотелось выходить на поле, не хотелось попадать в основной состав, наступило пресыщение футболом. У вас это тоже было? Вы тоже принимали участие в том бунте, который сотряс тогда незыблемую команду? Ну, во-первых, тоже принимал участие. Но самое главное, что не организатором. А кто был организатором? Вот это я не знаю, скорее всего, но меня почему-то в конечном итоге объявили. Сказали, что я типа организатор. Вот это мне обидно было. Но обидно, наверное. То, что 76-й год, конечно, это удивительная вещь. Это только можно многие годы, через многие годы проанализировать, и почему так. Казалось бы, состав у нас достаточно, в общем-то, еще не старый был. Можно было еще несколько лет, в общем-то, держаться на каком-то, будем говорить, на том же уровне. Не знаю, на том, может быть, не на том, но во всяком случае, где-то на таком же... Почти уровень. Мне представляется, что наш, в общем-то, честно говоря, ну, славяне, менталитет наш, мы стали все заслужены. Ну, куда? Ну, послать некого, вот так, честно говоря. Ну, а что, не так? Ну, все куда? Ну, вспоминаешь какие-то моменты, там надо было... В грязь там в середину, да, кончали, да? Да, все ложится там. Или, раньше же мы же пахали, а там, да нет. Баз таких не было, как сейчас. Да, да. Ну, а каких баз тогда? О чем речь?
Ну и, конечно, где-то вот это вот сработало. Где-то, наверное, переоценили свои возможности. Каждый. А потом вот это все, ну, когда вот начиналось вот этот процесс работы, где-то что-то, стыковка не сходила. Если корабль туда полетел, а там стыковки нет, катастроф. Поэтому, вот, на мой взгляд, вот это сработало больше. Это правда, что когда Лобановский и Базилевич пришли в конце 73-го года в команду, они составили список игроков, которых они бы хотели отчислить, и первым номером в этом списке были вы? Совершенно верно. Именно поэтому вам приписывали лидерство в заговоре против тренеров? Не, ну не знаю, может быть. Не, скорее всего, не поэтому. Нет. Там другие моменты. Мне не хотелось бы возвращаться к этому, Дим, поймите меня правильно. Мне просто... Я не скажу, что я находился вот как раз по позиции Васильевича и Петровича, которые пришли в команду. Меня избрали. Я был один из, как говорится, игроков команды, коммунистов. То есть мне такое доверие оказали руководство команды. Партгруппоргом сделали. Да, ну что вы. У нас партгруппа была такая, там Васильевич, Петрович, Фельдштейн, Рафа был, значит, доктор. Верховский. Да, я и еще, нас 7 человек. И я партгруппоргруппа. То есть вы на собраниях могли немножко сказать что-то, да? Ну, во-первых, пацаны, которые это видят, что я, так сказать, вхож, ну, там, не часто, но когда вот это проходят эти все наши... В верхние слои атмосферы, да? Да, я мог бы высказать. Ну, на тот этот период, 76-75 год, я вот в этот период как раз, когда меня партгруппором, даже в 74-м я... В 75-м году я заканчиваю юридический факультет. Да, ну, с 70 по 75 я на юрфаке был. После института физкультуры. То есть я не хочу сказать, что я такой вот умный там, прочее. Нет. Просто у меня вот такой период был, когда, ну, во-первых, учение заочное было. Во-вторых, времени для того, чтобы вникнуть в какую-то, будем говорить, ну, а тем более в юриспруденцию, это когда нужно каждый, сами понимаете, насколько это, все это нужно время, сложности свои. Ну, общение для меня с теми людьми, с кем я общался, конечно, это намного больше пользы, чем я прочитал бы какую-то, бесспорно. И, ну, может быть, среди ребят я как-то, вот, может быть, вот такое вот отношение. И они мне все это, ты юрист, типа, ты давай. Давай, да. Ну и вот почему там так, почему вот ребята спрашивают, ну, вот такое вот, знаете. Ну, один из ваших товарищей по команде сказал мне, ты понимаешь, Мунтян, он был прямой такой, принципиальный. Все ребята договорились, ну, на собрании, когда приедут семичастные и... Погребняк, высказываемся, говорим все, что наболело. Правду матку режем в глаза. Да, да. Все договорились, прошла ночь на собрании. Да, ребята, да, начали говорить обтекаемыми, да, формулировками. Да, а Мунтян, да, встал и врезал. Да, и это так было. И поэтому вот по моему выступлению дали оценку, что я зачинщик. Значит, ну, мне бесспорно было обидно. Обидно, знаете почему? Меня не взяли тогда на Олимпийские игры. Это 76-й год. И... Сказали, не прошли программу, да? Нет. Январь месяц, идет подготовка. Мы поехали в Болгарию, сборная. И проходит неделя, я получаю, в общем-то, травму. Повторный мениск у меня. Вернее, второй мениск. И мне надо делать операцию. Я поехал в Киев. А это же год олимпийский. Мне уже идет 30-й год. И, ну, моя мечта, конечно, как... Соберусь, все так и это. Сделали мне операцию в Киеве, или венец, Виталий Николаевич. Успешно. Я месяц это все с дублем в Гаграх.
на сборах. Они, ребята, грязи. Основа ездит как раз Евро, вот эти турниры проводят, Сент-Этьен как раз там сборные играют, отборочные чемпионаты Европы. А я восстанавливаюсь. И, честно говоря, восстановился. Март месяц я уже на ногах. И говорят, были лучше выглядели, чем те, кто прошел подготовку. На ногах меня возвращают в состав «Динамо», в сборную. То есть я полностью, претензий по игре вроде не было. Потом же, когда сборная собралась последняя уже перед отъездом на Олимпиаду, мы здесь в Кончезаспе были, и ведется подготовка. Но я чувствую, наверное, каждый бы почувствовал отношение к себе, что я чувствую, что я какой-то личный становлюсь. И наступает момент, когда они должны через пару дней отъезжать. Меня Васильевич вызывает, говорит: «Володя, ты знаешь, так и так, в общем-то, сложно рассчитывать на поездку». Ну, я, в общем-то, понял прекрасно. А причину он назвал? Единственное, я его спрашиваю: «Васильевич, а можно причину? У меня претензии по тестированию, там все обследование медицинское по игре. Вроде не было никаких претензий». «Ну, Володя, у тебя прыжки слабые». А вы акробат? Ну, мне... Вот это мне немножко обидно было. И они улетели. Без вас? Они улетели на Олимпиаду. Я остался в Киеве. Я хотел уже тогда закончить играть в футбол. Правда. Настроение было жутко. Матчи смотрели по телевизору оттуда? Ну, конечно, по-моему, смотрел. Если... Ну, смотрел же, естественно. Я с Дублем поехали мы куда-то. Это Женя... А, Женя еще Рудаков же не поехал, да. И вот так получилось. Потом они вот приезжают с Олимпиады. Они поехали в Ялту там на какой-то восстанавливающий сбор. Потом вот это на базе в Конче. Мы собираемся, у нас тренировка. Провели тренировку. Заходят мне в номер. Ну, не хочу, кто. Зашел один, говорит: «Володь, ты завтра идешь?» Говорю: «Куда?» «А вот мы все собираемся в 10 часов к Баке, министру спорта». «А чего?» «Да вот мы все там...» «Конечно, иду. Как?» «Все идут, и я иду». «Ну, тем более, я же на Олимпиаду хотел попасть. Мне не... Обида взыграла, ну, да?» «Ну, да, да, это... Вот это вот». Вот и все. А что у них там произошло? Почему так? Вот это вопрос уже... Ну, на собрании, о котором мы говорили, Семич ясно сказал, что выходите послезавтра на игру с Днепром, тренеры остаются дома, Пузач выводит команду, вы вышли на игру с Днепром и проиграли 1-3. После этого прошло много лет, и вы сказали в одном из интервью, что я только сейчас, мне только сейчас сказали это, что не знал, как проиграли эту игру. Как проиграли эту игру? Ой, Господи. А стоит ли это все вспоминать? А? Во всяком случае, я не знаю, насколько это... Не хочется просто вот так вот... Надо иметь какие-то, будем говорить, факты. А чтобы так просто сказать, а потом, чтобы кто-то обижался на тебя и... Будучи уже много лет, когда за ветеранов где-то мы встретились, какой-то матч проводили. И что-то у нас какой-то разговор. Мне говорят: «Ты что, ты не понял, что с Днепром тогда сдавали игру?» «Как сдавали? Кто?» Ну, это на таком... А вы играли, да? Ну, да. И вы не поняли, играя? Мы начали так играть, что можно было вообще, наверное, попади нам минут 20. Мы так начали, мы думали, разорвем Днепр этот. Но что вы хотите, если мы за вот эти три дня, которые предыгровые, мы только и занимались разборками этим. Мы только и занимались. Нас вызывали на всякие эти кабинеты, какие только были. Говорили: «Коммунист Мунтиан», да? Так, нет, так это ж потом, когда мы проиграли. Когда мы проиграли игру, на следующий день, партбюро,
Повестка дня – исключить Мунтяна из партии. Да. Да вы что? Ну, это серьезный вопрос. Почему я, не как коммунист, не предупредил это? Не предупредил партию о готовящемся, да? Мамма мия! Как я мог такое сделать? Это, ну, наверное, только в те времена можно было так, в общем-то, и говорить об этом. И что, исключили? Нет, нашлись, в общем-то, достаточно здравомыслящие люди на партбюро. Говорит, подождите, а за что мы будем его исключать из партии? Это так, в общем-то, прозвучало. Потом только на вид поставили. Ну, типа, наверное, в следующий раз Я думаю, что эта история сыграла с вами все-таки злую шутку. И в том, что вы раньше закончили играть, и в том, что вас перестали ставить в основной состав, были отголоски. Я думаю, да. Все оно, конечно, не только там, вот когда, да, 73-й год, Васильевич, ну, это так, опять же, по разговорам, вот вы тоже говорите, что, да, список был, да, почему-то я был первым, почему там, которые люди отвечали, ну, не отвечали, а болели за футбол, знаете, о ком идет речь, значит, подожди, Валерий Васильевич, почему, вроде ж... Нормально играет. Претензий же нет никаких. Ну, своеобразные, в общем-то, некоторые моменты были. Да я сам виноват. Что там говорить? Кого-то обвинять? Сам виноват. Где-то промолчи, где-то не скажи. Потому что так, может быть, и жизнь по-другому как-то повернулась бы. Потому как... Когда, будучи он, Васильевич, тренером в Днепре, ну, часто вот зимний период, там, две недели в Пуще Водицы собирались, так, хлопцы там, киевские, там, с Днепра, ну, в основном киевские и в Днепре были же там. Да. И вот две недели мы там и занимались там зимой дыр-дыр такое там в теннисной площадочке так. И в бильярд. И я играю с Васильевичем в бильярд. Ну, то на площадке он сам как и судил сам, и все, засчитывал нам голы такие, которые нельзя засчитать. Ну, идет игра такая, знаете, там выше ворот, гол, там, мы забиваем чисто, не считается, там, ну, такое как-то. Ну, мы все же на нервах же как-то, это, заводная, да, заводная же идет игра, там, завелись, там, то, потом тот же бильярд. Я забиваю чистый шар. Не считай, ты коснулся шара. Я говорю, Васильевич, ну как? Ну, это такое. Ну, и я где-то сдержись, не скажи это. Я единственное, правда, не хочется в это все, как говорится, об этом говорить. Сам виноват. Я и потом, с годами, сколько я вот... Я чувствовал какое-то вот, ну, внутри неспокойствие. Вот... Я все хотел перед Васильевичем извиниться. За вот свои, может быть, высказывания какие-то не совсем правильные были. Получилось? Говорить. Получилось только по телефону. Никак мне не удалось с ним, в общем-то, это. Я когда вот с ним по телефону говорил, я часто, когда в Таврии Симферополе работал, мы часто по 40, долго, во всяком случае. Я все хотел методики, как может новое что-то появилось, как-то все делиться своими вот наблюдениями, работая, как это, в таком плане. Ну и в один из моментов, там какой-то день, и разговор идет, я говорю, Васильевич, я хотел с вами встретиться, вот, правда, извиниться перед вами за мои, может... Вы на высоте были, да? Ну, конечно, конечно. Извиниться, что так и так вот когда-то... Он, да не, все нормально, Володь. Ну, оно так получилось, что... Во время похорон не плакали? Было, почему? Было. Было. Вы знаете, ваша спортивная судьба представляется мне, тем не менее, очень счастливой, потому что в истории советского футбола есть только два человека, вы и Блохин, которые смогли 7 раз стать чемпионами Советского Союза. Невероятный факт. Вот, причем Олег уже успел на последнюю электричку, можно сказать, Советский Союз разваливался, а вы долго были единственным человеком в советском футболе, кто 7 раз становился чемпионом СССР. После того, как вы ушли из большого футбола,
В вашей судьбе был, я знаю, жуткий случай, когда вы попали в страшную автокатастрофу, которая фактически на долгие годы поломала вам судьбу. Что это произошло? Дима, тяжело вспоминать. Ну, автокатастрофа, авария, которая это человек погиб. Ну, конечно, страшно было, что сам, в общем-то, сказать, тоже чудом остался жив. Сзади еще пара сидела, муж и жена. Они тоже травмы получили, так. Ну, а я перелом 5-6 шейного позвонка, там 1,5 месяца лежал на вытяжке. Потом полгода в корсете ходил. Ну, период достаточно сложный был. Что сказать? Это правда, что хотели посадить? Да, конечно. Уголовное дело открыли. Полгода следствие шло. 215-я часть, вторая. Поэтому все Кто-то это... вступился, Владимир Федорович, тогда? Мне сложно судить, когда меня вызвали на военную прокуратуру, ну, на Котельнинск, и сообщают, что по статье 7 за составу преступления, то есть я, Прекратили дело. да, прекратили дело. И тут, ну, 7 раз там экспертизы машины проводили, там из Тольятти. Это не моя машина была, это была там друга школьного. Скажите, это какой год был? 78-й. 78-й. В 77-м вы закончили играть, да? Да. Стали чемпионом Советского Союза 7-й раз. Да. Кто из друзей динамовцев в этот момент, когда с вами произошло это несчастье, пришел к вам чисто по-человечески и сказал: «Володя, я с тобой, я тебе помогу, если что». Володя Трошкин, Володя Онищенко. Все. Ну, не знаю, там я честно не помню. У меня был тяжелейший период в жизни. Я говорю, мне да, порой жить не хотелось. Там жуть просто. После этого вас не допускали работать с командами, не давали возможности выехать за границу, да? Ну, период вообще уникальный. То есть момент, вы знаете, вот здесь, прими решение так, может, скорее всего, этого случая не было. В тот момент я занимался в аспирантуре, факультета международных отношений, кафедры международного права. То есть у меня, опять же, продолжение вот тех отношений с профессорско-преподавательским составом, ну, достаточно крепкие, дружеские такие. После юридического окончания юридического факультета, ну, Володя, что дальше? То есть, ну как, куда уж дальше? Да нет, давай вот. Интересная тема работы была, правовое регулирование международно-спортивных связей. Тогда такая, в общем-то, это. Она сейчас актуальна. Интересная тема. Уже две печатных работы вышло, одна глава готовая была. Но опять же, я сидел вот с моим научным руководителем и думал, как мне перейти то ли в очную аспирантуру или остаться в заочной. Он говорит: Володь, ну подожди, смысл тебе переходить в очную аспирантуру? Ну, зарплата 100 там с чем-то этих рублей. А я как военный еще, плюс я получал достаточно неплохую зарплату. Вздюшор в «Динамо». Январь, февраль, март, апрель я работаю с юношеской командой. И параллельно я в свободное время, когда у меня я в аспирантуре, там, по теме своей работаешь. Какой-то апрель, 28 или 27 апреля, меня вызывает наше руководство «Динамо», городского, украинского совета. Володь, тебя вызывают в Москву. Говорю, а что мне?
Вот пришла с АЭС «Динамо», телеграмма. Ну, как в том, капитана Мунтяна вызывает Москву. Говорю, а чего? Что? Ты знаешь, наверное, хотят, чтобы ты там за московское «Динамо», ну, играл. Я говорю, да не, ну... А я в это время, как раз где-то в апреле, мне руководство предоставляет возможность, я жил на Крещатике, менять квартиру. Два разнополых ребенка, сын и дочь. Я меняю квартиру на Академика Яна. Возможность четырехкомнатную квартиру. Ну, и не снилось, как говорится, уже будучи не игроком. И меня вызывают в Москву. Да с какой стати? У меня все вроде как идет. Положено. Да. Ну, да, поехал. Ну, меня, правда, попросили. Говорят, если попросили, чтобы я не соглашался играть. Я говорю, да я и не думал соглашаться. Что там? Вам 31 год, да? Да. А еще играть и играть года 3-4 при вашей подготовке. Ну, я как раз вот в Москве с генералом встречаю. Володя, кто тебя надоумил заканчивать играть в футбол? Вот мы в Москве в кабинете у него сидим. Я говорю, да Николай Степанович, это Богдан был. Угу. Я говорю, да нет, я, в общем-то, не стал ничего. Я говорю, сам принял решение. Я объяснил, что я в аспирантуре, что я то-то, то-то, вот такие. Ты знаешь, что ты давай, ты вон езжай на базу туда, в Новогорск. Московского «Динамо», да? Да. А там Сан Саныч же тренер Севида. Там я, ну, меня его машина везет туда на базу генерала. Я там встречаю. Меня встретили как то, все. Там, Гершкович, там, Володя, давай, Сан Саныч. Ну, они на тренировку. Я походил там по базе, там по лесу пошел. Начал думать, смотрю, дерево такое вот, это огромное. Там такое, ой. Ну, ты думаешь, вот оно уже столько лет здесь растет, это сам ты вот сейчас приедешь, вроде ж не молодое еще дерево так посадить, еще нормально и так годами. А ты сейчас уже приедешь, ну что-то такое в голове было, конечно. И к вечеру обратно к генералу, и чтобы я дал ответ. Я говорю, Николай Степанович, вы знаете, так это... Я так и знал, что ты типа скажешь, в общем, пожелал мне успеха. И отпустил. И отпустил с Богом, да. Это конец апреля был. 29 апреля у дочки день рождения, 1 мая у супруги день рождения, и 3 мая я попадаю в аварию. И все, оно как... И жизнь наперекосяк. И темные сразу пятна, такие, что кошмар один. Я не знаю, как, насколько. Конечно, если бы не семья, если бы не жена, не дети, не поддержали меня в эти тяжелые минуты, наверное, вообще можно... Владимир Федорович, но удивительная ситуация. Вот вы общесоюзный любимец, вы герой. Вас все знают, все любят, все начальство от маршалов там, до рядовых, все люди любят вас и знают. Вдруг вы попадаете в беду, и общество не просто отворачивается, начинает еще пинать ногами. В чем тут парадокс? Кто его знает? Может быть... Не знаю даже, как сказать правильно, но, наверное... Может быть, все это шло к этому когда-то. Когда это может быть, случиться должно было бы. Ну, что есть при... Вот, ну, знаете как, наверное, все-таки какой-то... Ну, как бывает, зеленый свет тебе везде. Встречался на каком-то любом уровне, там, с людьми. Везде позволяли, будем говорить, такое, что, может быть, никому не позволяли. Нет. Оно все откладывалось. Это я говорю искренне, потому что если бы... Вот, с некоторыми, с которыми общались, то есть вот это все и, в общем-то, где-то контроль был утерян, на мой взгляд. Вот это вот, и, может быть,
те, кто это все видел, вместо того, чтобы где-то остановить, да, подсказать, поговорить отдельно, как-то побеседовать, может быть, это. Ну, казалось, никаких проблем не ощущал. Вот. Да и не могло быть. Жизнь как-то вся на меня несла вот так вот. Пожалуйста, тебе, Володя, это тот. Ну, в самой команде то, что происходило, вот эти все трения там какие были. Ну, это жизнь, наверное, все-таки. И где-то, опять же, наверное, давал какую-то переоценку своих, будем говорить, этих... Потому что уже с возрастом понимаю, что а для чего ты все это сделал или делал. Владимир Федорович, вы целый ряд лет проработали тренером в африканских странах. И Мадагаскар, и Гвинея. Где вы еще были? Это что, мало? Нет. Хватит. Как вас туда занесло? 3 года Мадагаскара и 4 года сборной Гвинеи. На Мадагаскаре армейский клуб. А вы знаете как? Я даже, честно говоря, когда вот со мной вот эта вся беда случилась, и когда со временем как-то все отошел чуть-чуть, поправил здоровье, и за ветеранов где-то выходил. Начали играть, да? Это, ну, что вам сказать, если меня в 79-м году... Пригласили в СКА, да? В Ростов. Я ездил в Ростов. Ну, если сказать, что после того, как вот это случилось, у меня это, как капитана МВД Чурбанова, этот зам Щелокова... Чурбанов, да? Да, уволить за дискредитацию, за это, то-то... Собрание на «Динамо», еще ж не закончено следствие. Еще неизвестно, ли вы виноваты. Да, все, ну, в общем-то, это, все исключили из партии. Ну, исключили даже? Жить не хотелось. Ну, что делать? Ну, кошмар один. Я еще помню, я с корсетом на этом, на собрании. Да что вы делаете-то, братцы? Ну, каждый свою, как старался... себя обезопасить. Ну, и когда получилось все по-другому, мне вернули партбилет. Интересно. В горкоме партии еще тогда ходил, мне вернули партбилет. И когда в 79-м я уже как чуть-чуть встал на ноги. Да, после этого же интересный момент был. Когда мне вот это все случилось, и я уже, ну, снял вот эту повязку, ну, этот корсет, стал, в общем-то, более-менее нормально ходить, двигаться. А с теми детьми, с которыми я работал, а вот эти дети, родители, они сколько приходили в больницу, как они это переживали, бедные, Господи. Даже вот сейчас вспоминаешь, вот Саша Рябоконь, который тренирует Борисвен, он как раз был в той группе, где я это, тренировал их ребят. И они по сегодняшний день вспоминают, вот это те лучшие наши были. Они так для них, это мне это настолько приятно было. Годы для них были хорошие. Да и для меня. Ну и в конечном итоге, когда я уже более-менее отошел, Киевский городской совет «Динамо» своим, в общем-то, это решением запрещает мне работать с детьми. Тренером, да. Тренер по футболу. Как? Почему? Ну, значит, я инструктор Киевского городского совета. Ну, это иди голодай просто, если тренером по футболу запрещают работать. А куда деваться? Что еще вы можете? Инструктор? Не, ну, у меня как получалось, понимаете? Там же момент какой был. Вот это же инструктор по спорту. И мне дают направление там велоспорт. То есть за это я могу это вести. Велоспортом, да? Велоспорт, штанга. Я еще помню, к Толик Писаренко ходил на занятия, контролировал его. Там, значит, борьба, по-моему, и еще какой-то вид. А футбол нельзя. То есть вот эти 4 вида мне как можно это вести, а вот это нет. Ну... Потом все это отошло чуть-чуть, 115 рублей зарплата,
Все было шикарно, блин. Ну, а потом наступил момент, когда мне разрешили уже, я взрослую команду «Динамо», ну и предложение в 79-м году в СКА, Ростов. Поехали. Ну, Дима, а что вы думаете? Вот я оказался в такой ситуации, понимаете, да? Понимаю, конечно. Что делать? Как дальше жить? И я бы поехал. Я со своим, во-первых, с работой, диссертация, она, естественно, у меня, это, какая диссертация? Но с научным руководителем сидели так, говорит, Володь. Он видит, он как рентген меня насквозь, это все это. Ну, сейчас тебе, естественно, не до этого. Оно так. Говорит, ты попробуй себя тренером. Вот отвлечься надо тебе. И вот я уже с этой целью так все это. А потом, может быть, вернемся к этому. И вот, ну, еще меня приглашают как игрока. 79-й год, Господи. После аварии, после 2 лет небытия вообще. Совершенно верно. И вы знаете, я поехал. Дома посоветуешь, ну что делать, как быть? Поехал. Встретили, ну, вы знаете, ну слов нет. Встретили, как космонавта. Я думаю. Ну, после всего того, что произошло, я думал, Господи, я, кажется, заново родился как-то. Я договорились, даю добро, все прочее, что я домой полечу. Когда, возвращаясь домой, поднимаю там через на следующий день «Советский спорт», газету, и читаю. Вот, мол, Ростов обращается к ветерану, 33-летнему, там такое, это значит, а они там в конце, ну, что-то за то, чтобы это. Ёлки-палки, мне так обидно стало. Я думаю, не хочу я ехать никуда на Мадагаскаре тренером. 3 года. Команда там чемпион. На 3-й год становится. Мы... Армия Мадагаскара, там министр обороны, президент Рацирака, орден там выписывают, там дешевалье, там майор, я потом там подполковника получаю. Фью. Ну, это немногие деньги. Да, речь разве о деньгах тогда у меня. Уважение. Да. Во-первых, я посмотрел плоды своей работы. Какой бы там чемпионат, ну и там шутка, там мутка какая-то, там кого я тренировал. Ну, таких же людей, только цвет другой. Так они как? Они на все это смотрели, вы знаете, как мне тяжело ни было говорить там через переводчика первый год. Потом я сам пытался... Вы же и сами могли им показать кое-что, правда? Еще как! Конечно. Я же правильно вы говорите, Дим. Я думаю. Я тогда каждое упражнение, это мне было 40 лет. Ну... 86-й год, я поехал, мне 40 лет было, я любое упражнение я показывал и делал, и они потом это, 87-й я получаю травму, в контрольной там играли с кем-то игру, я получаю травму, разрыв крестообразной связки, то она у меня по сегодняшний день, это травма, и не мешает пока, и не хочу об этом это. Но меня они там просто как оберегали, чтобы они видели, что я мог делать. Но мне еще 1,5 года с ними работать. Первый год неудачно был, какой-то нескладно все. Но пока войдешь в этот ритм, жизни надо войти сначала. Отношения какие-то наладить. Плюс языковый барьер. Переводчик это там у них... Они сами многие ребята не знали французского. У них малайсийский язык. Угу. Тренер... Помогал мне местный, свой. Значит, наш переводчик переводил на французский. Тренер понимал французский, да. А тренер переводил на малайсийский язык. Представляете, тройной идет. Я думаю, то, что вы показывали им сами на поле, совершенно не нуждалось. Но мне потом через год, я уже сам с ними начал общаться. Переводчик не нужен был. Я на малайсийском что-то пытался. Я на французском что-то пытался. Они меня понимали.
И потом на третий год, когда команда становится чемпионом Мадагаскара, вы знаете, какая это радость была. Мне почему-то кажется, я в этом даже уверен, что впереди у вас что-то очень-очень хорошее. И я от всей души желаю вам здоровья и, конечно же, реализации. Спасибо, Дим. Шановні друзі, сьогодні у нас в гостях був видатний футболіст Радянського Союзу 60-х-70-х років Володимир Мунтян.